You got it! Коктейн Хазима, you got it! Очень песня классная и секси должна быть. Да, это мы умрем еще раз. Блин, здесь, по-моему, должен Инсан был записать интро, и у него самое крутое получилось. Потому что Усок вроде как должен был, но у него не особо так получилось. Окей, давай, включай. Раз, два, три. Уже красиво. Йорджо! Вау, Йохан. Вырез сыну мне очень нравится. Вау, Йохан! Он убивает с первых секунд. Хан Даниэль такая. Да, он реально Даниэль. Да, волна. Вау. Это что было? Инсан, что ли, это? Вот Инсан. О, Инсан! О, да, да, да. Полегче, чувак. Блин, я кричу. Это чем было? У него, кстати, можно разглядеть его татушку здесь у него. Да, да, да. О, Сон, ты че такая хрена? О май гад! О май гад! Мистер Восток! Вау, Сон! Вау, очень классно. Джуно здесь голос такой низкий. Да. И он так поделился. Ушел в децентр. Да. Да. Подержи. Ну. Ты что творишь, блин? Сыну. Сыну офигенный из-за одежды. Не только. Он, блин, что он творит, а? Вау. Виктор, вы что творите? Виктор или Виктор? Да, Виктор. Вау! Вау! Даже уж я все понимаю, видишь, да? Юбину он и так нравится. Вау! Молодец! Интересно, чего у него? Донпё! Папа шикарен! Это движение прикольное. Да, классно. Вау! Я хочу фан-кам, срочно. Да. О май гад! Киллин просто. Держи меня. Вау. Ай, горит. Так еще по голове. О, это прям Йоро Джо. Реально, это Йоро Джо. Вау. Мне ноги не держат. О, наш стал, он прям... О, Йохан. Он сам такие красивые, боже. Он прям губы такие красные. Ай, паё! О, у Сока прям мейкап там такой мощный. Прям. О, май гаш! Прям реально. И вот как этот, знаешь, очень напомнил. О, боже. И участникам напомнила. Хорошо, что мы на природе, можно глубоко вдохнуть. И выдохнуть. Это очень было... Классное выступление. Сексуальное. Я на Умчуке умерла, а тут меня еще вообще добили просто. Горячие. Блин, я только не поняла. Я не услышала интро, которое записывал Инсан. Может быть, я просто тупо его пропустила. Может, там
И мне опять же его не хватило. Ну да, Инсана было не так много. Да, как всегда, запарил меня. Ты просто не хочет ему давать пальцы. Ну, кстати, и Йохана не было не так много. У меня, если честно, один Суну перед глазами. Йохана вот эта вот пальца была, где он такой. Не, ну Йохан все равно. Джуно прям. Джуно меня удивил. Молодец. Прям молодец. Выделился, кстати. У него прям такой голос низкий на этих партиях, я не ожидала. Очень круто. Юнсон, Инсан, они обычно такие очень сами по себе они сексуальные тут мальчики. Тут классно. Но, если честно, мне здесь их не хватило. Но я смотрела мало на них, когда вот именно общий танец был, прям они классно танцуют. Надо посмотреть фанкамы. Секси. Вырез Суну напомнила вырез консоли, помните, когда они танцевали? А, да-да-да. All day. All day. Да. Не, ну, кстати, на у Суну он сам по себе очень сексуальный парень. И как-то с такой еще одеждой и прям... А он, знаете, когда была репетиция перед наставниками, и все такие смотрели на его вырез, вау, и он такой немножко... Стеснялся? Скромняшка он такой. В общем, это шикарно. Шикарная песня, шикарная. Так что да, все молодцы. Песня классная, выступление тоже. Ну это команда, где все очень много популярных на высоких позициях, они по-любому должны остаться. Ну, они по-любому останутся. Все, всем пока! Пишите, что вам понравилось. Да, кстати, скажите вы, да, какие вам выступления вот по рейтингу? Прям по рейтингу? Блин, сложно сказать. По рейтингу, наверное, Муф у меня будет на первом месте, потому что на последнем. На последнем либо Super Special Go, либо Йопо-Йопо. Так, ну у меня на последнем будет Super Special Girl, потому что я особо не запомнила песню, и потому что мне нравится, в принципе, припев, но вот остальное нет. А вот Йопо-Йопо нравится. Манда Тусанда тоже прикольная, оправдала ожидания и даже возвысил. И на первом месте у меня, конечно же, Move. У меня тоже Move. Вы видели нашу реакцию? Тамаго! Да. Окей. Все. Bye. Пока.